Ивану Баринову было 20 лет, когда по собственным жизненным убеждениям он решил идти в полицию. Немаловажную роль в выборе профессии сыграл отец, инспектор госавтоинспекции. Нельзя сказать, что было легко. Путь с нуля. Пришлось открывать для себя массу нового. За 15 лет службы Иван проявил себя как человек ответственный и отважный. Учитывая специфику деятельности, коллеги с таким напарником не боятся оказаться в сложной ситуации. Все было, уже многого не вспомнишь. То есть и погони были, и догоняли. И людей задерживали, и машины в розыске задерживали. Хороший напарник, то есть действовал всегда. Не останавливались, то есть до конца доводили материалы. 12-часовая смена не позволяет расслабиться. Выезды на места ДТП, контролирование дорог, разные рейды. А ведь дома еще и семья. Своих близких людей Иван старается оберегать от работы и говорит о родных неохотно. Только о сыне, которым очень гордится. Сын занимается спортом. Сейчас получил второй юношеский разряд по плаванию. Вырастет. Он сам изберет свой путь, сам будет думать, куда поступать ему, учиться, идти служить или не идти служить. То есть все будет зависеть от него. Планов на будущее Иван не строит. Говорит, время покажет. Человек – дело. И пока в полиции служат такие сотрудники, мы можем жить спокойно. Ведь нас всегда готовы защитить такие, как Баринов. Юлия Погосян, Владимир Бежонов и Адамия, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.